Андрей, поздравляю тебя с твоей первой победой в этом сезоне. Скажи, как проходила подготовка в межсезонье? Ну, выбирали, конечно, другие варианты автомобилей, но вот на чемпионате Беларуси пробовали другой автомобиль. Пока он как бы не готов, и решил уступать на старом автомобиле. То есть есть вероятность того, что в течение сезона ты поменяешь автомобиль? Ну, возможно, такие варианты. Посмотрим. Это был Андрей Масленников.